когда папа очень сильный. Мама ловкая и быстрая, а ребенок не боится препятствий. Семейная победа всегда одна на всех. Счастливая семья – это не синоним идеальной совместимости, а наоборот, показатель того, как вы справляетесь со своими различиями. Тем более, когда все различия в самый важный момент вы объединяете в одну общую цель ради одной большой победы. С вами я, Андрей Шарков, моя коллега, прекрасная Елизавета Бригида. Мы в экшн-парке «Пандориум» и в эфире спортивно-развлекательное шоу «Одно на всех». Приветствуем наших участников, семья Мазур. Я занимаюсь кикбоксингом. Мне нравятся спарринги, как я занимаюсь, и работа на мешках. Когда я выступаю, у меня вот чувствуется эта сила. Мама мне говорит, когда я выигрываю с папой, то что я молодец, чемпион. А когда я проигрываю, мы просто уезжаем домой без слов. Мама говорит, то, что если фингал, тогда... До свадьбы заживет. Мой папа и моя мама очень сильные и очень красивые. Папа любит, чтоб я его слушался, и не очень любит, чтоб я его не слушался. Я люблю своих родителей за то, что они меня учат. Я хочу победить и стать, чтоб самая наша самая спортивная семья была. Привет, привет, привет! Александр, кто капитан вашей команды и почему? Капитан команды у нас Кирилл. Мы ему даем шанс проявить себя. Кирилл, а ну пожми руку. Да, действительно. Ой, крепкая рука, Лиза. Да, заслуживает быть капитаном. Хорош, я бы даже сказала дипломатичный ответ главы семейства. И мы узнаем рецепт успеха у ваших сегодняшних оппонентов. Встречаем, семья Поздняковых. Мы с семьей очень любим приезжать на набережную и рассматривать крабов. Моя мама любит готовить, смотреть фильмы. Мы с мамой вместе готовим вареники. Мой папа спортивный, еще он очень красивый. Я хочу быть такой же сильной, как папа. Мы решили принять участие в этой игре, потому что мы сильные и спортивные. У-ху! Ура, ура, ура! Эти аплодисменты от вас, соперников, и от нас, вашей зеленой команде, друзья. Павел, вы как глава семейства, ответьте на мой каверзный вопрос. Какие качества вашей семьи дают ей преимущество в таких играх? Ну, уверенность в себе, уверенность друг в друге, доверие друг другу. Ну и в сложных ситуациях это тоже подходит. Конечно. Я уверена, что сегодняшняя битва будет очень жесткой, потому что обе команды настроены не просто на участие, а на победу. Но у кого получится это лучше, узнаем совсем скоро. Мы начинаем! Сильные команды всегда рассчитывают только сами на себя, но формат нашего шоу заставляет считаться с госпожой удачей или ее подругой неудачей, тут уж как пойдет. И лопни шар сейчас расставит акценты. Лопни шар. Один дротик, один бросок, один бонус или штраф. Дается 3 попытки броска. Если они все неудачные, мы сами выбираем наказание. Алена – заправский снайпер. Ее семья получает минус 10 секунд в третьем задании. Семья Мазур потратит на обсуждение в конкурсе «Громкий вопрос» на 10 секунд больше соперника. Поспешишь – людей насмешишь.
это не про наших участников. В этом конкурсе им нужно будет максимально быстро пройти испытания, вернуться не с пустыми руками, а если это будет еще и весело, цены им вовсе не будет. Нас ждет ниндзя-квест. Ниндзя-квест – это полоса препятствий. Ребенок должен наполнить ведро шариками одного цвета и пройти всю дистанцию. Всего разрешено 2 падения. Третье – автоматическое снятие с конкурса. Общее время – 2 минуты. Побеждает тот, кто донесет до финиша наибольшее количество шариков. Ну что же, друзья, на старте наша команда бирюзовых, имена семья Мазур. Светлана, Александр, будем с вами болеть сейчас за Кирилла. Да. На старт! Внимание! Марш! И вот наш Кирилл вошел в клетку ниндзя-квеста. А почему молчим? Давай, Кирилл! Светлана, Александр, он слышит вас. Собирает белые шарики. Давай, Кирилл! Как мы знаем, кто больше шариков одного цвета донесет. Не торопись, аккуратно! Это будет очень большая заявка на победу. Собирай полное ведро, Кирилл! Старайся, ведро собирай! Посмотрите, какие они максималисты! А ты попробуй потом это полное ведро донести до финиша. Не спеши, все хорошо. Нас безжалостный молодой воин продвигается вперед. Давай, нормально, он иди, не останавливайся. Он потерял количество снежков, но идет уверенно. Давай, и молодец. Вот на бревне шатается под ним земля, но Кирилла это не остановит. Прыжок. Ищи. Осторожно, сейчас самый опасный переход. Ой, класс, молодец, Кирилл. Иди, молодец. Кирилл Мазур проводит апперкот. И в этот раз апперкот нашему ниндзя-квесту. Давай, Кирюша, парень, давай. Чтоб ниндзя боялся. Как тронулся он ногой. Финиш, защита. Поздравляю вас. Я проходил вон тот фиолетовый мостик, это было не очень. А вот когда на тех качающихся, мне было тяжело, я даже выгонил 4 шарика. На старте у нас Алена. Вместе со мной переживают за нее Мария и Павел. На старт! Внимание! Марш! Давай, Алена, сделай его! Сейчас задание собрать ведро шарик. Фиолетовенькие молодец! Какого цвета будет собирать Алена? Смотри, села такая, договоренная. Аккуратно села такая, сюда подготовилась. Набирай побольше, полное ведро. Одухотворенным лицом, уверенно, я бы сказал. Алена, поторопись! Думаю, как уже будет бежать. Но пока мне видеть не нравится. Так это же полно. Да, это надо продвигаться. Хватит! Уже. Опасно. Итак, становится наша тающаяся платформа. Так. Не просто это. Ой, шарики посыпались. Ну ничего. Земля движется. Молодец, давай. Алена продвигается вперед. Молодец, Алена. Первый шаг, второй. Давай. И шатающиеся платформы позади. Время еще есть, не спеши. Впереди бревно, которое... Посмотрите на координацию этой спортсменки. Отлично идешь. Она занимается гимнастикой или нет? Нет, сейчас? Не занимается. Какой фигурным спортом, катанием Алёна? Занималась. Какой? Фигурное катание. Ну, значит, для нее это раз-два плюнок. Лед сложнее. Вот. Смотрите, как быстро она проходит. Ура, и вот гимнастическое бревно, прыжок. Да, задание выполнено. Молодец. Ну что, друзья, нам осталось только посчитать количество собранных шариков. В этом конкурсе для меня сложнее всего были плюшки, потому что я на них шаталась. 2 юных капитана сработали синхронно и принесли к финишу по 26 шариков, а значит, боевая ничья перед вторым испытанием. Что главное в семье? Слышать друг друга. А как это сделать, когда в прямом смысле слова, но ничего не слышно? Это мы постараемся выяснить в нашем следующем конкурсе. Все участники получат свои громкие вопросы. Громкий вопрос. Ребенок получает карточку со словом. В течение минуты он пробует сначала показать или проговорить его папе, который в этот момент находится в наушниках и ничего не слышит, кроме музыки. Затем отца на таких же условиях сменит мама. Далее ребенок уходит с площадки, и родителям дается 30 секунд, чтобы определиться и озвучить правильный ответ. Кто может брызгать струей воды из головы? Кит. Лисица. Папа свернул не на том повороте. Воробей с гребнем, не знаю. Акула, это плавает акула, наверное. Плавает с аквалангом или с фонарем.
Я что, я не понимаю. Единорог? Плывет? Плавает с чем-то сверху? Кит. Кит? Популярная еда на открытом огне. Шашлык. Мангал, шампур. Вот шампур. Это уже другое дело. Папа, горячо. Шашлык. Это отвертка. Шашлык. Шашлык. Удочка. Из воды вынимаешь, кушаешь, конфета, шашлык. Бумажка. Что-то съедобное. Сладкое. Не сладкое. Кукуруза, фрукты. Говори слово. Шашлык. Шашлык. Павел, Мария, конкурс «Громкий вопрос» для вашей семьи практически уже на финишной прямой. Первое, о чем говорила ваша дочь? Первое Давайте, слово. Определяйте. Ты помнишь первое слово? Слово вам 40 секунд дается. Я первое слово вообще не понял. А я думаю, что первое слово – это кит. Была похожа тебе на кита? Она показывала, что плывет, плавает. И у него фонтан. Фонтан? Я думал, акула какая-то там. Нет, я думаю, это кит. Ну, по артикуляции это был кит. Ну, принимается, согласен. Кит, все, мы готовы, это кит. Вы определились, да? Да. Ответ? Кит. Уверен? Да. И это, друзья, абсолютно правильный ответ. Да, кит. Плавника у кита нет, все-таки мама, наверное, лучше знает Алену, с чем ее и вас, Павел, тоже поздравляем. Второе слово на обсуждение, 40 секунд начинают тикать. Знаешь второе? Знаешь? Нет, хочу тебя послушать. Шашлык. Точно. Кармана, правда, она его где-то вынимала из-под стола. Сразу готовы снова? Да. Павел, вот мудро поступили, конечно, да? Я же первая угадала. Но это обоюдное решение. Да. Уверен? Итак, посмотрим, это слово или нет. Сердечко бьется, наверное, сейчас у Алены, потому что болеет за своих родителей. А они отвечают снова. Правильно. Молодцы. Молодцы. А теперь посмотрим, как со своим заданием справится семья Мазы. Название фильма о приключениях уличных гонщиков. Банан. Полицейская машина. Показывай, показывай, я тебя не слышу. Это нельзя. Это машина. Ехать? Что это? Едет? Да, едет. Едет. Возит преступников. Это полицейский. Автобус. Что? Автобус. Ну, показывай. Машина. Это машина. Не это машина. Форсаж. Знаешь, форсаж? Лысый такой, Брюс Уиллис. Форсаж. Волосы. Форсаж. Форсаж. Фонтан. Да. Фонтан. Ты плавал в фонтане. Форсаж. Багаж. Форсаж. 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 Форсаж? Да. Название фильма о волшебнике. Палочка. 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 Волшебная палочка. Волшебная палочка. Колдует. Колдовство. Колдует! Скажи еще раз, четко скажи. А, колдует волшебная палочка? Колдует. Колдовать? Волшебная палочка? Палочка. Гарри Поттер. Микрофон. Говорят? Он колдует? Гарри Поттер. Колдует. Микрофон. Говорит? Гарри Поттер. Как? Гарри Поттер. А! Знаешь, колдует? Гарри Поттер? Да! Ну что же, Александр, Светлана, я имел честь и радость наблюдать за этим потрясающим выступлением сейчас вашей семьи. Начинаем. Обсуждайте первое слово. Первое. Что ты слышала? Я думаю, это форсаж. Сначала бандаж думала, но или фонтан, но форсаж, потому мне что он показал машина лысый. Машина полицейская. Лысый. Он не показал. Знаю. Ну давай, на чем останавливаемся? Форсаж. Нет, я думаю, он бы такое слово не догадался. Я думаю, что это машина полицейская. Друзья, сейчас очень зависит от того, насколько вы доверяете друг другу. Вы поддерживаете, Александр? Ну, я соглашусь. Но вы же сказали, это очень сложное слово.
Он показывал лысый. Но мне знаете, что нравится здесь? Мне нравится, что у вас в семье есть доверие друг к другу, действительно! Это форсаж. И Кирилл просто практически идеально показывал. Хорошо, итак, второе слово, 20 секунд. Это Гарри Поттер. А он мне показал палочку. Палочку, Гарри Поттер. А, да? Ну, соглашусь с тобой опять. Вы готовы ответить? Да, это Гарри Поттер. Меня удивляет, но, наверное, все-таки радует, как Александр смело соглашается с супругой. Слушаю ваш ответ. Это Гарри Поттер. Итак, барабанная дробь. Правильно смог Кирилл ответить. Вернее, показать вам ответ на вопрос. Раз, два, три. Да, друзья, и снова правильно. Гарри Поттер. А Кирилл молодец. Поздравляю. Семья Мазур также правильно отвечает на два вопроса в этом конкурсе. Постоянно я с детками играю, поэтому мне было несложно понять. Было сложнее, наверное, папе объяснить. Я первое слово вообще абсолютно не понял. Поэтому я доверился абсолютно и полностью, да. Я, честно говоря, был уверен в своих вариантах. Очень просто, как Кирилл мне показывал, был полностью уверен. Но у нас вообще противоположные варианты были. Ну, мы прислушаемся друг к другу. И чисто интуитивно, по его губам, жестам, ну, было понятно, я была уверена. Им было сложно, но по два правильных ответа и боевая ничья во втором конкурсе. Посмотрим, что будет после решающего испытания. Упорство в нашем последнем испытании будет играть ключевую роль. Даже когда ты внимательный и обладаешь хорошим логическим мышлением, наш командный конкурс может любого заставить сдаться. Вот и увидим, кто во что горазд. Здесь надо оставить всего себя. Ведь сокровище Пандориума очень дорогое. На кону 3 очка. Сокровище Пандориума. Участвуют все члены семьи. Они должны найти сокровище Пандориума. Побеждает тот, кто находит золотую монету. В помощь подсказки ведущих. На старте у нас команда семьи Поздняковых. Ура! На старт! Внимание! Марш вперед за сокровищем Пандориума! Ныряют в нашу пучину морскую, так, в поисках сокровища Пандориума, я друзья. Я сказал, морские огурцы у нас сейчас движутся вперед. А как внимательно разгребают, прям вот красиво. Это хочется, что прям через красиво плывет группа в полосатых купальниках. Можно было сказать, но сейчас в зеленых. В зеленых купальниках, в зеленых футболках. Но тактика у команды, безусловно, есть. Не забываем проверять бортики. Не забываем проверять дно нашего моря, нашего океана удачи. Алена, не забывай воздух набирать. Ух, хорошо, мама плывет. Забрала на себя целый квадрат. Любите путешествовать, Мария? Конечно. В теплых странах, краях, морях бывали? Бывали. Где? В Египтах. Так, Египет есть. Раз, еще где? Севастополь. Ну вот теперь я хочу вас поздравить. Вы на пляжах Пандориума. Новая страна, новое место, новое море. Неправда. Старая страна, старое место. Но потрясающе. И с достопримечательностью. И где еще можно на курорте в теплых морях найти сокровище и забрать его, еще и выиграть игру? Мало где. А мы это даем эту возможность. Мы помимо того, что на курортах, так тут еще хорошая физическая нагрузка. Да, это практически фитнес, Лиза. Конечно. Да, на самом деле очень сложно. Смотри, как папа гребет. У мамы что, энергия закончилась? Продолжаем. Итак, остается у нас... Ура! И когда оставалось 10 секунд, они это сделали, Лиза, а я им подсказывал, ты подсказывал им очень много. Ну что, ребята, поздравляем, зеленых! Физически очень тяжело, быстро начинаешь задыхаться, как прям кардионагрузка такая. Гребешь, действительно, как в воде. Теперь на старт выходит команда семьи Мазур. Саша, Света, Кирилл, готовы? Готовы. На старт, внимание, ныряем! И сразу погружаемся командой семьи кладоискателей. Александр, смотри, пошел, как кит бороздить. Чем быстрее найдете сокровище Пандориума, тем лучше. Опять же повторюсь, ваши соперники
добились этого и монету нашли. Еще скажу, что Лиза за то, чтобы вы нашли, а я против. Я всегда поддерживаю наших участников и за то, чтобы они быстрее нашли золото этот клад. Пандориума, Лиза, должно остаться в Пандориуме. Но не сроста же, не стараются. Александр, смотри, уже все наше море проплыло. Да, молодцы, ребята. Осталось... И Кирилл молодец у нас. В общем, молодчина, Кирилл. Ну, видимо, не в каждом уголке был, потому что золото еще не найдено. Да. Я одно могу сказать, что один из вас уже был рядом. Это рядом точно. С сокровищем. Да а вот кто рядом. Не скажу. А вот прям на том самом месте был. Давайте активнее, давайте быстрее, давайте мощнее. Слушайте вашу интуицию. Разгребайте это море пластиковое. Для поисков нашего сокровища нужны силы и много энергии. Конечно, командная ух работа. Молодец какой. Кирилл идет вперед, идет без остановки. 30 секунд остается. Есть подсказка еще? 30 секунд. Вот здесь прям жарко. Горячо, жарко прямо. Александр, именно у вас жарко. Именно Светлана там. И у нас остается по времени 20 секунд. Внимательно. 10 начну счет. Внимательно, внимательно ищем Светлана. Все, на вас вся надежда. Я вас 9, верю, давайте, 8, друзья. 7. Светлана ищем, 6, 5, 4, шанс только у Светланы, 3, 2, внимательный борт, 1, время остановлено. Вы были буквально в сантиметрах от сокровищ Пандориума, семья Мазур. Не справляюсь. К сожалению, нам немножко не повезло, потому что был рядышком возле этой монеты. Пришлось 3 раза бороздить бассейн, 3 раза возле нее проплывал, но, к сожалению, на нее не наткнулся. Семья Поздняковых теперь может считаться успешными кладоискателями. 3 очка в их копилку. И уверенный итоговый успех по сумме 3 заданий. 5-2. Это было ярко и увлекательно. В этой игре не было равных семье Поздняковы. Буквально в последнем, 3-м конкурсе они вырвали победу у соперников. Поздравляем. Спасибо. А семью Мазур, ребят, мы вас призываем не расстраиваться. Ведь в семье главное отзывчивость. А вы именно сегодня показали отличную командную работу и практически идеально поддерживали друг друга. Игра была яркая, эмоционально насыщенная. Ну а с вами было спортивное, развлекательное шоу «Одна на всех». До встречи через неделю. Через неделю. Пока-пока. Было тяжеловато, да, где-то чуть-чуть нам не хватило действительно, может, удачи. Но мы старались, ну, скажу честно, что сделали все возможное, что могли только. Это всего лишь игра, а семья есть семья. Все надо друг за дружку. С утра дочери сказал, ну что, победим. И поехали. Я сегодняшним днем зарядился от команды, вашей команды, позитивом, настроем.